Радом Брянск призывали движение. В районе университета останавливаются маршрутки автобуса, людей выкидывают, идите как хотите. Люди вынуждены толпами идти пешком в сторону проспекта Ленина, чтобы попасть на парад. Что за свинство, непонятно. Не могли доставить людей хотя бы до цирка. Все дороги перекрыты, ни один транспорт не ходит. Чтобы на Лихоменный парад дойти, надо пешком идти с кургана до проспекта Ленина, потому что ни один транспорт не ходит. Машина тоже не пускает. Все везде перекрыто. Вот такое издевательство над жителями устроили в честь парада. Не могли организовать доставку хотя бы цирку, куда можно пешком пройти до парада. Теперь людям приходится идти пешком от педуниверситета до проспекта Ленина. Такая забота о людях, праздник. Праздник с их персонами. Пока все давят в общую очередь, через горы дети, матери не могут увидеть, какой будет парад. На противоположной стороне тротуар свободный, представители Роснефти заняли тротуар. Куда простым людям доступа нет. Вот такой интересный праздник. Тротуар занимает группу лиц из Роснефти, которые свободно стоят, не торгаться, не нравятся, как все остальные. Может, я все остальные люди вот, не могу даже подойти посмотреть. Там? Нет. Там страшная травка, улицы стоят перекрыты, тротуары невозможно пройти ни вперед, ни назад. Все заужено. В то же время тот тротуар вообще открыт, там людей не пускают на стороне. Людей топчут по-страшному.